Ломайте меня полностью. Анастасия Волочкова объявила конкурс лучших фотожаб на себя в честь своего юбилея. Ей сегодня 40 лет. Ребята, мой день рождения начался. Увидев эту видеожабу на мой мальдивский шпагат, я улыбнулась ржака до слез. Давайте объявим конкурс. Кто круче и смешнее на мои фото сделает фото или видеожабу? Ну и прямо сейчас посмотрим, как же выглядит эта видеожаба, которая так насмешила и Анастасию. Ну вот и нас, этот знаменитый мальдивский шпагат Волочковой, балерина выступает в роли гигантского паука или краба, впрочем, весьма изящного. Ранее Волочкова размещала на своей странице другие пародии, например, на свое фото топлес. Ну, в общем, дерзайте, мы покажем в эфире все ваши пародии и фотожабы на балерину. Ну, а Анастасия, с днем рождения!